погоду. Сотни ветеранов войны в Афганистане вышли на традиционный марш. Сегодня отмечают день вывода войск из Афганистана. Это в первую очередь для нас шанувание памяти погибших товарищей. Не возвеличивание самих себя, а помнить и чтить наших боевых товарищей. Вы знаете, что в Одессе погибло во время Афганистана 220 воинов, а уже после афганский период еще умирают 2500 афганцев. Торжественным маршем воины-интернационалисты и родственники погибших во время афганской войны прошли от улицы Пушкинской до парка Шевченко. У подножия памятника возложили цветы. Все было страшно. И много было таких ситуаций, что на сёжке выжили. Выжили, вернулись. И живем за тех, кто не вернулся. У меня товарищ остался там. Вот. Живем за тех, кто не вернулся. С момента вывода советских войск из Афганистана прошло 29 лет. Эта война унесла свыше 14 тысяч человеческих жизней. Анна Городенцева, Денис Рудь, телеканал «Репортер».